Здравствуйте, дорогие друзья, любители театра. Сегодня у меня в гримерке, в гостях, один из лучших режиссеров Санкт-Петербурга и России, руководитель молодежного театра на Фонтанке, народный артист России Семен Яковлевич Спивак. Добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Вот мы с тобой знакомы уже 37 лет, да? Наверное. Да, 79-го года. Целая жизнь человеческая. Да. Скажи, пожалуйста, вот сегодня как бы разговор не о твоем даже творчестве, да, а скорее разговор о значении театра в жизни человека. Что он дает тебе, что ты можешь выразить через театр? Ну, такой вопрос, на него можно отвечать, написать целую книжку. Но если серьезно, то я думаю, театр – это одно из последних искусств, где между зрителем и артистом нету совершенно никакой аппаратуры или электроники, то есть как бы… природно сидит зритель совершенно открытых спектаклей, и совершенно открытый выходит артист и пытается что-то сказать очень важное. Значит, я так думаю, что это очень тяжелое искусство, особенно в наше время, когда время очень быстрое, мы работаем очень медленно, поэтому, может быть, у меня больше, чем 30 спектаклей, но мои однокурсники поставили, я думаю, в два раза больше, чем я. Я не торопился никогда. Меня интересовала суть спектакля, суть пьесы, и мы ее искали, и я притянул огромное количество людей, которым тоже интересен поиск и путь внутренний. Мне очень, очень дорого то, чем я занимаюсь. И я так думаю, что самое главное о театре, чем он мне дорог, я сказал, потому что там абсолютно ничего нельзя дорисовать во время спектакля, ничего нельзя повторить, ничего нельзя соврать. Вот. Я думаю, что поэтому нас любят зрители, потому что мы пытаемся говорить со зрителем о себе, а значит, о зрителе. У Товстоногова есть замечательная фраза «Что такое режиссер?». Она, может быть, для некоторых очень сложна. Но на самом деле эта замечательная фраза, она звучит так. «Режиссер есть полномочный представитель зрительного зала». Вот это мне очень дорого. То есть, если включить воображение, то можно увидеть, что будущий зритель посылает вперед себя человека, который все сделает и расскажет им о них, какая у них главная сейчас проблема. Ты знаешь, я даже где-то однажды сказал, что вот Спивак, не являясь как бы учеником Товстоногова, но в Петербурге, пожалуй, единственный, ну, еще можно там Влада Фурмана назвать, Суркана, но вот они конкретно выпускники Товстоногова, а ты, не являясь товстоноговцем, а сохраняешь и продолжаешь, по-моему, традиции вот того честного русского классического театра. Понимаешь, сейчас иногда смотришь спектакли, и такое ощущение, что режиссер потерял совесть. Что он самоутверждается, разрушая литературу, разрушая театр, законы даже театральные разрушая. Mm-hmm. Понимаешь? А у тебя все это остается, и все равно, вот даже за всеми твоими спектаклями, все равно я чувствую тебя, я чувствую твое тепло, твою доброту, твою энергетику, которую ты несешь, и то, что пытаются вот именно артисты транслировать, они являются твоими соавторами, сорежиссерами спектакля. Да. Мне так кажется. Ну, что касается театрального процесса, то, на мой взгляд, происходит очень грустная вещь, о которой вы упомянули. Сейчас весь театр разделился на две части. Театр, который занимается человеком, строит его.
и театр, который как бы разрушает человека. Ну, я даже думаю, что очень многие люди, не понимая этого, пытаются поддерживать тот театр, который разрушает человека. Можно вот, я тебе задам один? Вот скажи, пожалуйста, можно квадрат Малевича назвать живописью? Ну, я нет, я не могу. Правильно. Я не могу. Потому что это акт. Да, правильно? Да, да. Это нельзя назвать живописью. Это можно синий, красный, он не вызывает никаких ни чувств, ни эмоций. А все-таки искусство, и у нас, да, профессия и режиссера, и актера, это чувство. Это рассказ о человеке, его чувствах, его мыслях, да, его победах, поражениях, его жизни. И как он это проживает, достойно или нет. Да, 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 я так думаю, ты очень точно сформулировал. Это... Вот, по-моему, сейчас вот и театр, да, вот у тебя живой человеческий театр. Приходишь, и действительно, когда я посмотрел твой последний спектакль «Наш городок», я искренне чистыми слезами плакал, вот, и я не стесняюсь и не боюсь этих слез, когда я в театре вижу настоящее искусство. Ну, в театре так и должно быть. И это очищение, это же храм все-таки. Да, 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 это в конце спектакля обязательно, или в течение спектакля должна душа очиститься, конечно. Это же процесс, правильно? Это процесс, зрителя ведут, его душу ведут, потому что жизнь очень сложная, она пачкает немножко душу, немножко изменяет. И придя в театр, и если спектакль попадает в душу, он там располагается, спектакль, и все исправляет, и человек выходит из театра чистый, мне кажется, в этом высокая задача искусства. Он смотрит в небо, он становится чуть-чуть поэтом, он становится чуть-чуть влюбленным, потому что смотрит на своих родных немножко другими глазами. И я так думаю, что задача театра вот такая – обновление человека. И насыщение радостной энергетикой, да? Да, 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 да. Мы делимся радостью, даже если мы рассказываем очень грустную историю. Правильно. Когда, если мы рассказываем очень смешную историю, да, то в конце обязательно грустная мораль, да? Ну, я бы не сказал мораль, но мелодия спектакля, она обязательно должна поменяться на серьез. Потому что жизнь, ведь она такая, ведь не зря в сутках есть день и ночь. Есть такие театры, которые хотят только день. А есть театры, которые хотят только ночь. Скажи, а мы же пытаемся ставить про все сутки. Я знаю, что ты, в принципе, днюешь и ночуешь в театре, да? Ну, да. А как ты успеваешь следить за работой коллег? Ну, иногда хожу в театры. Когда мне кто-то советует, я обязательно хожу. Есть режиссеры, которые вообще не ходят. Ну, я хожу. Изредка, но хожу. Мне кажется, что это правильно, потому что, ты знаешь, вот замыкаться как бы в своем кругу, да, и не интересоваться, что происходит вокруг, вот, конечно, это, конечно, мне кажется, неправильно. Конечно, мне кажется, что нужно наоборот как можно больше. Наверное, поэтому тебя и приглашают не только в другие города, но и во многие страны. Да, да. А в каких странах ты бывал? Ну, с гастролями, с мастер-классами? Германия, Франция, Испания, даже Аргентина, Польша, Дания, Норвегия. Ну вот маленький круг стран, которые как бы... А как принимали там твои спектакли? А, Италия. Mm-hmm. Ну, в Италии просто родные люди сидели. По восприятию? По духу, да. Мы играли 5 вечеров, потом мы играли «Касатку». Мы даже играли в Милане, в Пикколо театре, вот в этом знаменитом театре, в котором работал великий режиссер Джорджо Стреллер, который написал одну из самых любимых моих книжек по режиссуре, которая называется «Театр для людей». Вот я думаю, что... О,
что вот это наш девиз театр, надо, да, для да, людей. Да, да, да. Мне очень нравится название, как он придумал. Mm-hmm. Вот мне кажется, мы театр для людей. Есть театры для критиков. Вот, есть или театры... для собственной славы, да, для и, самоутверждения. И, или для себя и есть театры. Мы театр для людей. И мы гордимся тем, что мы сами пришли к тому же, что, к чему пришел великий режиссер Джордж Стрэлла. Но недаром театр Спивака самый посещаемый театр, наверное, не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Ну, наверное, да. Но зрители нас любят, потому что мы его любим. Но вот у я тебя так думаю, вот же... это взаимное чувство, но это вот прекрасно, этот роман, конечно, он многое дает. Конечно, потому что на некоторые спектакли я знаю, например, вот на «Касатку» там за месяц нету билетов, невозможно достать. Нет, ну не только на «Касатку», на «Наш городок». Ну, к примеру, да. Вот ты сейчас да. сказал. Да. А вот, Семен, скажи, пожалуйста, вот у тебя в репертуаре огромное количество спектаклей, очень разнообразные драматурги. Это и Чехов, и Шаховской с Грибоедовым, и Ануй, и Как-то, и Алексей Толстой, и Достоевский. Очень и огромный. Да, и последний Уайлдер. Вот. Да. А скажи, пожалуйста, как у тебя есть или был ли какой-то план твоей собственной репертуарной политики? Ну, как говорят, что большой художник должен иметь свою тему. Вот какая твоя тема? Ну, я думал об этом, и мне задавали вопросы. Если я пойму, какая у меня тема, я думаю, что я ее не смогу, как бы... Я думаю, что я иду к своей теме. И вообще этот путь не имеет конца. Ну, это безусловно. Вот. Я думаю, что тема у меня есть, но определить ее я не могу, и у меня нет программы. Но ты задумывался над этим? Ну, задумывался. А тогда какой принцип отбора пьес и репертуара твоего? Простейший. Вот о чем ты сегодня хочешь говорить, да? Вот да? Я живу, да. Я ставлю спектакль, у меня нет замыслов на 20 лет. Вот я однажды ставил спектакль, который я хотел поставить лет 20. У меня он не получился. Поэтому как бы я так думаю, что нужно жить, потом закончить спектакль, начать искать пьесы, читать. И вот в какой-то момент, когда ты читаешь пьесу, тут раздается какой-то звон, и ты понимаешь, что здесь есть сегодняшняя твоя проблема. А если ты начинаешь работать, то эта проблема начинает звенеть, спектакль начинает пьеса начинает делать вот такие движения, все начинают волноваться, все начинают входить. Ты сам начинаешь волноваться, ты забываешь все на свете, и из тебя выходит вот этот духовный ребенок, который зачинался во время чтения пьесы, и вот этот толчок самого попадания пьесы в сердце режиссера, я так думаю, самый главный момент. Я никогда не выбирал пьесу из каких-то соображений, а сделаю-ка я комедию, или сделаю-ка я спектакль на политическую тему, или я сделаю спектакль о пионерах, или о пенсионерах. Никогда. Я просто читал, и то, что отзывалось, вот у меня раздавалось такой звук, такой... И это был мне сигнал. Здесь, наверное, есть какая-то аппаратура божественная. Вот. Он служил толчком к началу репетиции. А скажи, пожалуйста, есть ли прочитанные пьесы, которые тебе безумно нравятся, но которые ты боишься ставить? Ну вот, у нас есть любимый спектакль «Три сестры». Зрители его очень любят. И мы на фестивале в Мелехове его играли, там, где Чехов жил. И многие критики назвали это лучшими тремя сестрами 21 века. Но вот я боялся очень ставить Чехова. И наши три артистки, которые потом играли Ольгу, Ирину и Машу, они как-то, ну, так
так незаметно для меня искушали меня, соблазняли, толкали. А я все убегал, но потом как бы решился. И вот спектакль идет уже 14 лет или 13. И зритель его любит, и мы до дна его еще не исчерпали. Сестры, сестры, мне так хочется каяться. Мне томится душа моя. Вот покаюсь перед вами, больше никому никогда ничего не скажу. Скажу сию минуту, это моя тайна, но вы должны о ней знать. Я больше не могу молчать. Я люблю. Люблю этого человека. Вы только что его сейчас видели. Ну да что там одним словом, я люблю. Вершинина. Я тебя не слышу. Что бы ты ни говорила, я тебя не слышу. Оля, что делать? Что делать? Сначала он мне казался странным, потом я его жалела, потом полюбила. Полюбила с его голосом, его словами, с несчастьями, с двумя его девочками. Я тебя не слышу, что бы ты ни говорила, я тебя не слышу. Олечка, глупая ты, глупая, люблю, люблю. Значит, такая судьба моя, значит, доля моя такая. И он меня любит. Ой, как все это нехорошо, как все это страшно. Ой, как-то мы проживем в нашу жизнь. Что с нами будет? Вот когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется тебе, что все так старо и так понятно. А когда сам полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает. И что каждый должен решать сам за себя. Сестры, ой, милые мои сестры, ой, сестры, ой. Вот призналась вам, теперь буду молчать, буду теперь как гоголевский сумасшедший. Молчание. А скажи, пожалуйста, были ли случаи, когда ты ставил спектакли, ну, по просьбе, настоянию, уверению артистов? Нет, нет. Я сразу заявил в театре, мне пришла в голову, как мне казалось, остроумная мысль. Я сказал артистам, что режиссер не официант по обслуживанию артистов. Вот, значит, он сам себя, если будет удовлетворять, то как бы артисты будут счастливы. А если он будет для этого артиста ставить, для того артиста ставить, то исчезнет он. А самое главное в создании спектакля, это, ну, я считаю, что есть некий закон, когда режиссер, если режиссер король за кулисами, то на сцене король-артист. Если вот нет вот этого сочетания, что он царь, и артисты дают ему возможность свободно рисовать, вот, то я так думаю, что и потом в спектакле не царит артист. Поэтому я никогда не ну, может быть, и можно было бы сейчас попробовать там для кого-то спектакль ставить. Но я никогда ни для кого спектакля не ставил, ни по каким просьбам там комитета нашего по культуре не ставил, ни по просьбе драматурга никакого, и ни к юбилеям артистов я никогда не ставил спектакль. Последний твой спектакль «Наш городок» Уайлдера. Это предпоследний. Уже, да. Ага, это даже предпоследний. Ага. Потому что за это время я поставил еще два спектакля. Как ты быстро ставишь? Нет, я не быстро ставил. Один спектакль артист запутался, который сам репетировал. Вот, и он попросил меня выпустить спектакль. Это
У нас этот спектакль называется «Жозефина и Наполеон». Угу. Самый последний спектакль это мы сделали с моими учениками. Начинал этот спектакль режиссер после института, но как бы ему необходима была помощь. Угу. Вот, потому что пьеса сложная, да, и пришел я на репетиции. Мы полтора месяца каждый день часов по 10 репетировали, и ну, сейчас это наша последняя любовь в театре. Это «В день свадьбы Розова». Вот. Какие есть у тебя самые любимые спектакли? Или «Как дети для отца»? Нет, нет, «Как дети для отца». Я считаю, что у нас очень много спектаклей получилось. Я это вижу по зрителям. Мы, например, можем так сделать. Это только в нашем театре артисты могут так себя вести, ну, таким честнейшим образом, который меня раздражает. В каком-то... Мы сняли совершенно живой спектакль где-то полгода там, назад, «Дни Турбины», на который зритель раскупал билеты за полтора часа. Угу. Просто артистам показалось, что они немножко поправились, немножко постарели. И вот мы сняли спектакль при такой востребованности. Угу. Мы долго выясняли отношения, я их обвинял, они меня обвиняли в том, что ну, мы уже взрослые, мы не можем там и так далее. Вот, поэтому... Все спектакли... Хорошо, если они не могут заменить их, а спектакль пусть живет. Но мы же не можем всех 20 человек заменить. Это очень трудно. Это новый спектакль. Нет, я прекрасно понимаю. У нас есть такие идеи, вот, и мы хотим сделать новые «Дни Турбиных». Но, Семен, ты знаешь, я вот однажды провел такой эксперимент. Я поставил последние Горького, где 11 человек. И тоже так сложились обстоятельства, что я буквально за две недели ввел 5 человек. Угу. То есть практически полсостава. Угу. Я прекрасно понимаю, я сам выхожу на сцену и много ввожусь в спектакли. Вот, и достаточно, в общем-то, уверенно это делаю. Но я прекрасно понимаю, как коллеги начинают волноваться. Да. Когда пришел Влад, там, когда я вводился на Михаила Верьяновича в палату номер 6, большую роль там, через весь спектакль, вот, он стоит, и я говорю, Влад, спокойно, я все сделаю. И сыграл так, что сказали, что это просто здорово. Тот же Петров ко мне потом подходил, и Горин, и говорили, что нам очень понравилось, как я сработал. Вот. А я вот вел 5 человек. Угу. Буквально за неделю или там, ну, полторы-две недели максимум. Угу. И вот когда я понял, что когда спектакль есть, когда он живет, это уже свой организм. И он принял этих 5. И вот практически, как бы сказать, что что-то сильно изменилось в спектакле. Не, ну в самом. Ну, я тоже вводил. Я терпеть могу вводить. Но я тоже вводил. Ну, если взять человека и сравнить спектакль с человеком, то когда происходит ввод, это все равно, что человеку делают операцию и там заменяют сердце. Это очень, или там легкие. Мне кажется, это очень сложная операция. Может быть, она сразу не видна, а потом надо все время... следить за здоровьем этого человека. Я не люблю вводы. Ну, у каждого есть свои узкие места. Я не люблю вводы. Потом «Дни Турбины» – это очень большой спектакль. И если всех снять с роли, то придется 20 человек вводить. И я лучше другой спектакль сделаю из «Дней Турбины». «Лента золотая, пень белый, радость твоя. Лишь моя лента знает, что так расстроена». Все лучше, барыня. Шервинский. Кому здраво быть, его чарпить. Кому здраво быть, и чару свет Елене Васильевне. Леночка, выпейте. Замечательно выглядит, ей-богу.
И капот тебе и так идет крылью честью. И смотри, гляньте, какой капот совершенно зеленый. Это платье, видите, не зеленое, а серое. Так и вот, и тем хуже. Господа, обратите внимание. Некрасивая для нас женщина, скажите. Для нас не очень красивая. Ваше здоровье для нас. Нет, ясно. Я позвольте. Тебя мне будут собой. Ой, Виктор, Виктор. Леонид, что? От чужой муж не жена, дай мне. А ты? Мне можно. Это почему? Я друг детства. Да? Свинья, ты не друг детства. Господа, здоровье, командир дивизиона. Ура! Человек. Ничего, ничего, наверное, все правильно. Благодарю. Мы продолжаем наш разговор с Семеном Яковлевичем. Сень, скажи, пожалуйста, а какой самый трудный был спектакль в твоей жизни, вот, который тебе стоил такой крови? Ну, я могу сказать, что таких спектаклей было несколько. Значит, «Три сестры». Я никогда не ставил Чехова. Но как бы я понял, что в пьесе столько страданий, что чтобы получилось гармонично, нужно найти столько же юмора. Мы искали, мы ставили 2 года спектакль. Вот. Это было очень трудно. Артисты не понимали какое-то время, что я хочу, что я ищу. А потом... Конечно же, очень трудно было ставить третий акт в городке, в нашем городке, потому что, так как главную героиню играет моя дочь, Эмилия, было очень трудно, ведь у нас в театре все на воображении делается. Очень трудно было видеть ее. Там третье действие происходит уже после жизни. Это было очень трудно. Вот, я даже не знаю, как я это выдержал, но мы там юмор нашли после жизни. Вот это были самые трудные спектакли, я так думаю. Ну что ж, давай тогда посмотрим фрагменты, как готовился этот трудный спектакль «Наш городок». На 8 счетов. Мы же не боимся. Трассе!
Алиса Лемея, Алиса. Алиса Лемея, да. Коля, давай, просто Илюша, иди стол сюда. Мне нужен на это самое. Калит, откуда? Все остальное мне нужно. Я его скрою. Толя, нужно. Подождите еще. Немножко. Нет, осталось два дня. А можно мы быстренько вам сейчас просто проговорим? Есть соль, я с фасолью чуть-чуть. Мы сейчас будем репетировать. Это политическая речь. Ты говоришь немножко иначе. Итак, я хочу сказать. Это, как это сказать, выборы. Выборы депутаты. Итак, нашего городка. Итак, мне незачем говорить вам, что нашим городом управляет выборный совет. Давай, знаешь как, если ты запутаешься, ты мне дай знать, я тебе немного помогу. Матушка Кис, у нас же теперь есть Джой, вот. И теперь он ближайший. Вот. Автомобиль. Вот. Да, он не доставляет нам никаких хлопот. Ну, правда, я не вожу. Илюша, ребят, вернитесь, извините, вот больше не будем, я думаю, возвращаться. Ребята, надо выделить Зою. Зоя, ты когда встанешь, смотри к нам, чтобы мы видели умиротворение. Ты же только что ржала, и тогда это будет здорово. Вадик, смотри в глаза. С нежностью, она рада, он рад. Отлично, ребята, даже не думал, что мы сегодня сделаем. Я думал, мы сделаем второго или третьего числа. Ну вот, мы увидели тайны закулисья театрального. А ты первый раз видишь эти кадры? Да, здорово. Да? Здорово, да. У тебя их нет, по-моему. Нет. Вы мне подарите, да? Конечно. Ну, я думаю, и все артисты с удовольствием посмотрят это. Конечно. И вот это очень важный момент в работе актера, когда он поглощен этой работой своей, когда человек, и я так вижу, репетиции днем и ночью шли. Да, ну мы же видели, артисты спали. Да, спали. Да. Скажи, пожалуйста, а как воспринимают вот вообще русский театр за границей? Отлично. Я разговаривал с одной испанской режиссершей, которая у нас поставила два спектакля. Она ведущая артистка Мадрида, но еще она и режиссурой занимается. Очень умная женщина, очень хорошая артистка. Она все время репетиции говорила «Чехов, Чехов, Чехов». Я подошел к ней однажды после премьеры и говорю: «Что ты все время говоришь Чехов, Чехов, Чехов?» Она говорит: «Потому что это единственный драматург, который все написал про меня». Uh-huh. Вот, поэтому Чехова очень любят. Мы играли в Париже два раза. «Три сестры». И были полные залы. Один раз мы играли в Париже, а второй раз мы играли в Версальском театре. Это был второй приезд. И все время огромный интерес был к Чехову, к трем сестрам. Вообще русским театром многие люди гордятся. Вот у нас на трех сестрах были артисты Комедии Франсез, Парижского замечательного театра. Они восхищаются русской школой, они восхищаются тем, что мы репетируем спектакли долго.
У них 5 недель, все. Вот, они восхищаются нашим подходом, тем упорством, с которым мы ищем сцену, тем ощущением... Глубину сцены. При котором, да, глубину сцены и тем ощущением, которые как бы мы все время проверяем, готова ли сцена. Вот. У них, к сожалению, не всегда есть время, хотя театры во Франции есть очень хорошие. В Испании, к сожалению, театр очень провинциальный, поэтому как бы особенно говорить нечего. Но мне запомнилось, когда мы были в Испании, если ты помнишь, где-то лет 10 тому назад произошло ужасающее событие в Мадриде. Был террористический взрыв на вокзале Аточи. И погибло 200 человек. А должно было погибнуть 10 тысяч. Это получилось совершенно случайно. Потому что один состав... Значит, расчет у террористов был такой, что подходит 2 состава, они взрывают крышу, крыша падает, и погибает 10 тысяч человек. Вот. Один состав опоздал на 20 секунд. И раздался взрыв, и крыша, в принципе, почти упала на пустое место. Вот. Но все-таки погибло 200 человек. Мы играли «Отелло» на следующий день после этого взрыва. Это траур был в стране. Да. Но мы приехали, и была такая тишина во время «Отелло». Но когда... спектакль закончился, и еще во время спектакля случилась редчайшая вещь. У Отелло выскочил из рук кинжал, он вот так летел в зрительный зал и врезался в подлокотник не в человека, а рядом с человеком. Вот, и... Фантастика. Да. И, конечно, они... были в восторге от того, что русский театр, он дает ощущение чувственное. Они были все очень подавлены, потому что это был спектакль на следующий день. И они, конечно... Я помню, одна женщина стояла перед артистами, и у русских нет такого движения, а она все время... Я запомнил ее движение рук, она вот так делала. Вот так... Вот итальянский, да, да, да. Испанский жест. Да. Да. Но дело все в том, что вообще как бы, ведь русская школа, что такое русская школа? Ведь и Чехов Михаил Саныч, который, в общем-то, основал американскую школу, русскую школу в Америке, да. Поскольку и Мерлин Монро училась, и Куин учился, да, у Чехова. И Марлон Брандо. Да, и, в принципе, они все вот как русские бы... Русские артисты. В принципе, да. Но да. Если брать Голливуд, то там тоже выходцы из России практически, да, его, да, основали, да, создали и до сих пор в нем существуют. Поскольку даже Ди Каприо и то бабушка русская у него. Да. Он даже говорит, когда не знает, как играть, он обращается к ней. Она ему подсказывает, как надо сыграть. Давно тебя подвинуло на преподавание? И что? Меня подвинула на преподавание необходимость. Мы работаем в определенном стиле. Мы занимаемся духом. И найти артистов, которые сразу же входят в театр и этим занимаются, было очень трудно. Потому что все-таки... Когда мы пришли работать в молодежный театр, во-первых, с половиной театра мы учились на параллельных курсах, поэтому мы как-то понимали друг друга. А потом мы пришли огромной группой, которая играла Елену Сергеевну. То есть как бы смешались все родственники. А потом приток молодых, если нет в театре, то никто не давит на пятки уже опытным артистам. И было очень трудно. И я как бы решил набрать курс. Были очень большие сомнения, но
дипломный спектакль по закату Бабеля, который он у нас называет «Крики из Одессы», он идет до сих пор. То есть ему уже, наверное, лет с 98 года, значит, ему 18 лет. Зритель все время на этом спектакле есть. Это спектакль в каком-то смысле наша гордость, потому что ее начинали играть четвертокурсники, а сейчас это очень известные артисты, и Рома Агеев, и Регина Щукина, и Анна Геллер, вот, и Светлана Строгова, и Роман Нечаев. Это они не говорят, основа. Что они состарились для этого спектакля? Нет, нет. Ну, там как раз чем старше, тем лучше. Да? Потому что главному герою Менделю 62 года. Ага. Артист, который начинал играть, ему было 20, по-моему, 4. Сейчас ему 41. Он как раз только через 20 лет приблизится к возрасту персонажа. А я всю жизнь мечтаю сыграть поминальную молитву. Ну, вот ее недавно поставили ведь, да, ну, в театре, да. На Литейном. И на Литейном, и поставил в театр Дожди. Левшин. И Левшин тоже, да? Видел, да? Ну что ж, мы можем посмотреть фрагменты из спектакля «Крики из Одессы». Алёшка! Такой Левшка! Дедём придёт из солдат, тоже кинется в налёты. А куда? Куда ему кинуться? Отец же у нас выродок. Выродок! Отец, не пускай детей в дело. Ну что ты, как? Дело ноль! Нехама, спит. Ой, Равин сказал. Равин Бенцхайме сказал. Сказал, придет новый месяц. Я не впущу Менделя в синагогу, мои евреи не дадут. Чего не дадут евреи? Ой, придет полнолуние, сказал Бенцхайме. Нет, чего не дадут евреи и что нам дали твои евреи? Не пустят. Карбованец со скусанным углом. Дали твои евреи. Ну, да. Тебя клячу, этот гроб с вами. А что тебе дали, Кацапы? Ой, клячу на мою голову. Нет, что тебе дали, Кацапы? Водку тебе дали, Кацапы. Матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки. Вот, милый волк. Ему 62 года, а он здоровый, как печка. Он горячий, как печка. Как мне стыдно, ох. Ну, выми мне зубы, Нехам. Загни мне спину. Налей жидовский суп мне в жилу. Горячий, как печка. У тебя свой метод ты выработал преподавания, или все-таки ты брал там от Товстоногова, от Захава, ну, конечно, от Станиславского? Я брал от Товстоногова и Станиславского, но я так думаю, что метод великий английско-французский режиссер Питер Брук, кстати, тоже наполовину русский, да. Да. Он же брат Валентина Плучика. Плучика. Да, мы даже выпускали юмористическую газету в театральном институте, которая называлась «Не верю». Мы с Геной Тарасильненским, замечательным режиссером, моим другом. И мы придумывали истории из жизни режиссеров и педагогов. И мы придумали, по-моему, замечательную историю про Питера Брука и Валентина Плучика. Значит, их матери родные сестры. Значит, и якобы они лежали в одном роддоме, и медсестры перепутали мальчиков. И театром сатиры вот уже 30 лет руководит Питер Брук английским, значит, мемориальным театром шекспировским руководит Валентин Плучик. Вот. Потом, кстати, мне сейчас почему-то вспомнилось, у нас была замечательная история про Товстоногова. И если вы хотите, я могу сказать. Безусловно, конечно. Значит,
Театральные байки – это самое вкусное. Мы придумывали историю про Товстоногова. Мне кажется, нам пришла в голову замечательная идея. Значит, когда Георгию Александровичу Товстоногову было 6 лет, значит, он со своей няней приехал в Москву. И вот они на следующий день совершенно случайно попали на сдачу, когда Станиславский сдавал спектакль «Синяя птица». Значит, мальчик сидел во втором ряду и в больших роговых очках, значит, Гога, маленький Гога, значит, и внимательно смотрел на сцену. Станиславский, который очень волновался, он как-то почувствовал в этом мальчике, что-то почувствовал. И когда закончился спектакль, и были поклоны, Станиславский в нетерпении подбежал, значит, к этому мальчику и, показывая на сцену, спросил у него: «Нормально, Георгий?» «Отлично, Константин», ответил маленький Гога. Мне кажется, это классный. Эту шутку вы у Жванецкого украли. Но мы остроумно интерпретировали. Да, вот это вот такая история. Вот, значит, об обучении. Я так думаю, что любой нормальный педагог должен обладать огромным терпением, и студент должен видеть, что его любят, и идти от простого к сложному. Вот так мы делаем, так учат врачей, я так думаю, так учат, я как бывший инженер знаю, инженеров, рассчитать какую-то маленькую электрическую цепь, потом рассчитать редуктор, потом там, рассчитать цех химического завода, реакции и так далее. Все строится по одному и тому же принципу, от простого к сложному. Медленно, также учат музыке, сначала гаммы, потом маленький этюд, потом этюд больше, и человек становится все увереннее и больше разбирается в профессии. Вот все. А талант же ведь нельзя открыть. Мне кажется, что и режиссером, и артистом человек рождается, и можно только помочь ему раскрыться. Вот что мы делаем. Очень Спасибо. Тактично, очень с любовью. У тебя был фрагмент, связанный твоего фрагмент. Творчества, семилетний, да. Вот, с театром Станиславского, да? Да. Конкретно. Да. И ты там тоже ставил спектакли. Да. Мы были когда на гастролях с театром «Антреприза Миронова» несколько лет назад, и я увидел афиши спектаклей. А вы же там играли, да, мы как раз на сцене этого театра и работали. Вот. Да, расскажи вот об этом периоде. Как тебе приходилось? Я 2 недели был в Москве, 2 недели был здесь. И, конечно же, за 7 лет у меня устала голова жить в 2 городах. Хотя вроде бы ничего, переехал ночью и тут. Но мне пришлось сделать выбор, и я сделал в пользу Петербурга. Меня же сделали художественным руководителем театра Станиславского, и очень хотели, чтобы я там остался. Но я считаю, что меня не отпустил Петербург, потому что мы с ним родились в одном и том же месяце. Он близнецы, по-моему, 27 мая, да? И я близнецы 14 июня, да. Вот. И мне кажется, что по всем книжкам астрологическим считается, что близнец близнеца всегда понимает. Вот он других людей не очень понимает, но близнец близнеца всегда понимает, спасает, понимает его сложную жизнь, потому что близнеца, так как у него 2 человека, его разрывает все время на 2 части, вот, и близнец, близнеца понимает. Так что я считаю, меня Петербург чувствует, понял, принял, и я его люблю, вот, и оставил все и вернулся домой через 7 лет.
Вот. Но работа там была интересна, там уже были встречи с замечательными артистами. Мы до сих пор дружим с Владимиром Борисовичем Кореневым, для тех, кто его забыл, да, ихтиадром из, как назывался фильм? «Морской дьявол». Нет. «Человек-амфибия». Вот, «Человек-амфибия». Вот. Потом мы очень много работали с Борисом Невзоровым, он сейчас очень... Мне кажется, известнее, чем Владимир Борисович. Uh-huh. Вот. А Владимира Борисовича Коренева была просто самая настоящая слава. Ну, это... Да. Редчайшая. Слава, как у Алан Делона, можно да. сказать. Да, да. Вот. И он один из самых образованных артистов, которые я встречал в своей жизни. Несмотря на эту славу и на почет, который у него в театре, он остался нормальным, адекватным человеком. И мы с ним до сих пор как бы дружим и сделали с ним две работы. И очень порядочный человек. Потому что у него единственная жена... Всю жизнь была. Единственная дочь. Единственная дочь, да. Ирина, единственный внук, да. Да. Егор. Да. Хотя многие, наверное, женщины мечтали с ним завести роман. И ему было очень трудно. На нем точно рвали пуговицы. Он иногда рассказывал, это, конечно, его жена героиня. Вот, Алла Константиновна. Вот, значит, потом Боря Невзоров, это я с ним сделал спектакль «Мещанин во дворянстве» по Мольеру. Идея спектакля родилась так. Ведь там идет речь о богатом очень человеке у Мольера. И... Я предположил, а что если бы сделать было так, что он по-настоящему втрескался в кого-то, влюбился просто. И получился такой иронический, грустный спектакль. И Боря Невзоров это играл грандиозно просто. Вот. А с Владимиром Борисовичем Кореневым мы сделали из Бори Невзоровым первый спектакль. Директор поставил такую задачу. Директор театра Станиславского. Он сказал, к нам не ходят люди, зрители. Нужно поставить такой спектакль, чтобы... вернуть зрителей. Вернуть зрителей. Ну, я выбрал такую легкомысленную комедию «Мужской род. Единственное число» или «Не верь глазам своим». Это французская пьеса, ее сюжет рассказывать трудно. Но это комедия положения? Это... Она написана как комедия о положении, но я пытался сделать трагикомедию. Угу. Потому что дело в том, что это долго сказать, что оказалось, живет семья, потом оказалось, что мать никому не говорила, она разведчица была. Значит, и там сложилась такая ситуация, что ей нужно было исчезнуть. И ей сделали операцию, и сделали мужчиной. И получилось так, что через 20 лет она, то есть он уже, приезжает к себе домой, и ее сын, и его, то есть, вот на этом я строил. Она призналась ему, что она его мать, но перед мальчиком стоял мужчина. И это был очень глубокий момент, потому что... Это трудно себе представить. Очень трудно себе представить, да. Вот, значит, спектакль прошел 1250 раз. Это что, 3 года непрерывно, что ли? Нет, они играли 10 лет по 9 раз в месяц. По 9-10 раз в месяц. Но этот спектакль делал им огромные деньги, кроме меня. Потому что я неправильно заключил договор, да, и как бы вот и все. Но как бы отношения у нас были нормальные. Самое дешевое в этой жизни – деньги. Ну, наверное. Поэтому я думаю, что ты не переживаешь и не огорчаешься. Потому что счастливый человек – тот, которому хватает. Правильно? Да, да.
Да. Расскажи еще какую-нибудь театральную байку для наших зрителей. Ну, я сейчас вспомнил, вот я уже рассказывал, как мы с Геной Тростенецким выпускали газету сатирическую в театральной академии у нас. И она называлась «Не верю, я уже повторяюсь». Ну вот, я третью вам историю расскажу, которая мне очень нравится. Значит, самый известный руководитель кафедры движения нашего института был Иван Эдмундович Кох. Такой, он еще учился в Пажеском корпусе, Иван Эдмундович Кох. Вот. И мы придумали следующую историю. Еще в первой петербургской конке Иван Эдмундович Кох забыл свою палочку. Значит, и... Значит, зрителям надо объяснить, что он все время ходил с тростью. Да, он ходил с тростью, с палочкой, и он бил... Выпрямлял спины палочкой, артистам. Да, и очень ноги. Сильно, да. И они боялись, они стояли ровно на занятии. Вот. Он забыл якобы, значит, эту палочку и искал ее лет 10. Каково же было его удивление, когда пионеры, следопыты там 423-й петербургской школы вручили ему эту палочку в торжественной обстановке. «Вот вам палочка Коха», сказали молодые пионеры. Вот такую историю мы сочиняли. Вот третья история. Вот, вообще, мы так и живем в театре. В жизни надо жить с юмором. Вот, поэтому ребята наши ценят, я имею в виду артисты, наш театр, его атмосферу. Мы специально занимаемся атмосферой. У нас все время какие-то встречи, дни рождения, юбилеи. Я не имею в виду только вот это дело. Имеется в виду, идет серьезная творческая подготовка, иногда очень такие маленькие спектакли про юбиляры ставят, ну и так далее. Мы все время находимся в творческом тонусе и, конечно же, очень уважаем и бережем друг друга. Что же, это очень ценно для творчества. Да, да. Тем более, что это единомышленники все. Ну, я так думаю, что... Помнишь, был когда-то вопрос такой, есть ли жизнь на Марсе? И ответ такой, что если есть атмосфера. Вот. Я как бы специально занимался вот этой атмосферой, легкомысленностью, потому что театр – это такое дело, должно быть легкое, но глубокое, и поэтому между режиссером и артистом должна быть, мне кажется, разбита стена, и должно быть доверие, тогда все могут раскрываться. Вот этим мы... А скажи, пожалуйста, ты же приехал в Ленинград тогда. Да. И поступил в Ленинградский инженерно-экономический... Сейчас он называется Инженерно-экономическая академия. Да. Да. И кто-то на по Марата специальности... 20. Я экономист инженер? Инженер-экономист химической промышленности. Вот так. Младше на 2 курса учился Чубайс. А на параллельном курсе учился Слава Полунин. Угу. Тоже химик? Нет, он строитель был. Инженер, экономист строительной промышленности. Ага. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и подошли к концу нашей встречи с Семеном Яковлевичем Спиваком, народным артистом России, художественным руководителем молодежного театра на Фонтанке. Идите в театр, любите театр и умрите в театре от счастья. Всего доброго. До следующей встречи. Счастливо.